Привет, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на новенькую серию по КРМП. Играем, как всегда, на самом лучшем РП-сервере, КРМПРП.ру, сервер номер 4. Ну что ж, друзья, сейчас такое, знаете, учебное, школьное, институтское, колледжеское, рабочее время, короче говоря, будний день, 12 часов. Ну, 12.37, у меня неправильно в чате, если что, на час вперед часы. 12.37 время, то есть сейчас онлайн у нас составляет 177 игроков. Знаете, вот я всегда всю жизнь, когда играл там сам в КРМП и в прочее, когда вижу вот в такое время такой онлайн, скорее всего, вот большинство это те, вот, согласитесь, знакомы, те ребята, которые приболели и просто прогуливают учебу, вот, плюсуйте, если тоже так знаете и считаете, потому что, вот, я уверен, что реально большинство именно так, но, ребят, тем, кто болеет, конечно, выздоравливайте, осень, все дела, сам сопливлю, холодно, все дела, но это не важно. Ладно, итак, друзья, мы начинаем сегодня патруль, давайте выходим на службу, сейчас должно быть интересно, потому что на самом деле, видите, онлайн относительно малый, админов, по-моему, не особо много в сети, и это, возможно, означает то, что чувак какой-нибудь просто читерит. Так, у нас перед тем, как я сейчас вот зашел, все подготовил для записи, я увидел в чате, что, возможно, нулевой ID, по-моему, используют бота на работе. Давайте посмотрим за его движениями, не знаю, с чего. Ну, слушайте, ну я, конечно... Ну, учитывая, что он уже остановился, да и вообще мне... Не, он достает мобильный телефон, я не думаю, что это, ну, он использует бота на работе. Возможно, у него были просто какие-то однотипные движения, что решили... Бот подумал... В смысле, не бот, а этот... Ну, короче, вы поняли. Подумал, что у него стоит... Так, давайте. О, господи. Смотрите, сколько... Ну, большинство людей также еще, я понимаю, отбывает срок, все дела. Но мы их не будем наказывать. Палач Миллер... Палач Миллер ник хороший, едет на мопеде. Посмотрим, как он будет с правилами дорожного движения. С правилами дорожного движения. Во, вот так у него. Как обстоят дела? Остановился. Миллер не хочет дальше ехать. Скин, кстати, такой же, как у меня. Но даже если он вот тут, допустим, проехал бы прямо. Ну, думаю, что... Ну, не знаю. Ну, это мопед. Мы решили, что, в принципе, если бы у меня был там мотоцикл, еще можно было подумать, хотя, с другой стороны, мотоцикл тоже. Почему бы и не проехать так, но, опять же, по бордюрам лишний раз лучше не скакать, на желтый чувак успевает, сбивает столб, случайно, скорее всего, чуть, опа, опасно, куда приехал, понятно, я понял, чувак только начинает играть, наверное. Так, ну, думаю, что если на него жалоба не приходила... ПДД поля вон кого-то наказывают, смотрите-ка. Так что есть кого наказать на самом деле, я говорю вам. То что... вот я люблю смотреть, знаете, вот на такие ситуации. Там всегда что-то интересное происходит. Давайте послушаем, что они там. Пробормотал что-то. Как дела? Помаленьку. Как сам? Ну-ка, смотрите, общаются. Паспорт. Слушайте, ну как всегда, у них тут, знаете, вот под этим мостом всегда что-то криминальное происходит. Чё пришел сюда? Вот это разговор, я понимаю. Просто. К вам пришел. Ну-ка, давайте. Мне просто интересно, как дальше. Друзья, ну как вам сказать? Я возвращаюсь и вижу просто вот это вот. Михаил Закон, который пытается на девятке выехать из канавы, но полбеды в том, что у него еще и дым из-под капота. И я очень надеюсь, что этот парень сейчас не захочет нарушать, иначе его ждет, ну, конечно, не джейл, но деморган. Попытался нащупать паспотер. Слушай, чувак, по-моему, не вариант выехать, но он, смотрите, борется до последнего. Просто на стиле... Все, походу, он сейчас будет толкать ее. Или просто перезаходить. Нет, он ее будет толкать, смотрите-ка. Не хватает... Мне кажется, он сейчас ее перевернет просто. Блин, у них так машины у всех припаркованы, просто эпично. Ну... Нет, по-моему, вот, ребят, пишите в комментариях, как вы думаете? Мне кажется, он перезайдет. Мне кажется, он сейчас опять не выйдет, да? Итак. У него вообще, по-моему, машина не заводится, бля, просто. Просто вот не везет пацану сегодня. Так, ладно, он, я не знаю, а зачем тогда он ее толкает, потому что... Ай. Не получается. Все. Все, друзья, я угадал, он реально перезашел. Смотрите, а тем временем... Деморган... А, его в деморган посадили. Причина нон-РП. Ну, вообще, как бы, да, машину толкать это нон-РП, друзья, считается. Особенно вот так долго и так, знаете ли, чуть ли не переворачивая ее.
Ну, как бы, я бы, наверное, за такое даже не наказывал, но другого, видите, админ посчитал нужным его наказать. Так, у армии, кстати, довольно весело всегда. Вот, смотрите, у них какие-то сборища. На любой вкус. И танк тебе тут, и еще что-то. Все как нужно. Так, давайте смотреть дальше. Жалоб, видите, довольно мало приходит, поэтому... Слушайте, а у них тут что-то планируется, судя по всему. Смотрите, как... Блин. Вообще на стиле, пацаны. Не, вообще реально. О-хо-хо-хо-хо! Гоночки! Смотрите, как резко стритрейсеры проснулись. Так, у них там небольшое ДТП. Смотрим на чувака на крузаке. Едет роговичи. И, ну, довольно быстро парень валит, но за скорость-то мы не будем, естественно, наказывать. Да не, я думаю, что у него все в порядке. С правилом дорожного движения. Так, тут у нас едет чувак на 14-й. Вдвоем, между прочим. Ну, такая побитая, но на стиле машинка. Так, ладно, тут нормально. Слушайте, неужели... Почему мы не можем попасть ни на кого, кто у нас где-нибудь по полям рассекает? Так, тут у нас работает на бульдозерах. Чувак тут... Куда он пришел-то? Я даже не просмотрел, но, в принципе, это... Ого-го-го-го-го! 178-й, алло! Ой-ой-ой, ребят, да он по всем подряд, по-моему, хуярит. Подождите, сейчас я запомню. Спек 178. За что? Кто он? Зачем он это делает? Ну, это ДМ, наверное, я считаю, потому что он против троих. Он еще... Ну, господи, я не знаю. Ну, мы видели, как он стрелял. Я думаю, друзья, что тут будет справедливое наказание, да еще... Просто я не думаю, что он прям вот так, знаете, у них там РП разборка втроем. Вчетвером, точнее, получается. И он прям... Да. Ну, я думаю, что вообще как бы... Да, это ДМ. Деморган. 178. Хотя давайте проследим еще раз, на всякий случай. Что вообще, какие у него планы? Вот он бегает с пистолетом. Просто вот так вот по улочке, да? Реально бегает, смотрите. Настроен пацан на лучшее. Не знаю, что он хотел сделать с всеми чуваками. Я сначала думал, что он в одного стрелял, но мы смотрели на другого, и он в него тоже попал. Поэтому он как бы минимум в троих пытался стрелять. Так, ну так что у нас тут? Так, это его, что ли, тачка тут припаркована? Смотрите-ка, он где он тачку кинул, а? Прям, ух, ебать. Вот это видок сейчас был. Так, ну, слушайте. Он, походу, хочет их догнать, я так понял. Очень хочет их догнать. Поэтому сейчас что-то интересное будет намечаться. Чувак реально готов их всех. Красный свет. Поспешил, людей насмешил. Слушайте, я даже не знаю, за что ему дать-то теперь. Наверное, джейл за красный свет, потому что это был очевидный красный свет. Вон те чуваки бегут. Слушайте, ну я посмотрю еще раз. Я посмотрю еще раз, потому что мне интересно до жути, что будет происходить дальше. Потому что мы можем, конечно, Деморгана его посадить, но тут уже более крупное нарушение под Он их еще и дебэшит, что ли? Что происходит? Он его... Блять, я думал, они против троих. Машину, братан! Блять, ну что вы делаете? Ну 178-й. О, господи. Он пытался его задебэшить вообще, как бы, да? Ну что, давайте этот... Джейл за красный свет ему даем. Что? А, вот так вот. Вот как. Я понял. Он, оказывается, его спасать хотел. Джейл 178, 1. Так, 180, ПДД красный. Это было у нас, так знаете, я типа слоупок, но все равно. Мне еще интересно, возможно, будет что-то еще. По-моему, он приехал. Я понял. Все? Он... Чего не хотели? О, господи, ребят, ну ПДД красный. Джейл. Что? Блять, что происходит, нахуй? Он его спас. В итоге он оказался типа предателем и завалил его. Блять, это пиздец на самом деле. Я даже не знаю, что ему давать. Тут и ДМ, и все на свете, но... Как бы, блядь, ну это ПДД красный, короче говоря. Давайте его быстрее посадим на всякий случай, потому что мало ли что там могло случиться. Конечно, немножко слоупочно, но все-таки. Фига себе, тут тоже чувак в тюрьме. Вдобавок там был ДМ, но за ДМ все-таки наказание меньше, а красный мы с вами прекрасно видели, как он и на красный пролетел, поэтому давайте-ка мы накажем его так. Так, давайте какой-нибудь спек 70 ID посмотрим, что у нас. Хо-хо-хо-хо-хо-хо!
Наваливает, посмотрите как. Вы посмотрите, как он наваливает. О, господи. Что вообще происходит? О, боже мой. Что это было вообще? Как, блядь, что он пытался... Ля-ля-ля-ля-ля. Я понял. Я все понял. Я нихуя не понял. Кстати, мы забыли тейк сделать у того чувака. Какой у него ID-то был? Какой у него ID был, блядь? GL178. Спек 178. Он еще тут, да? 78. ATX178. Хотя, подождите, у нас же... Блядь, точно. Так, подождите. Unjail. 178. Так, подождите. Деморган. 178. У нас же сейчас с утра... Все, ребят. Я исправляю свою ошибку. Non-RP-драйвинг. Но вообще как бы non-RP-драйвинг... Нет, на 60 минут я ему лучше пропишу. JL178. JL... Сейчас. Чувак, сори. Немножко ошибся со сроком. JL178-2. Так, что там у нас дальше пишется? 60. ПДД. Красный. И вот теперь надо отнять права. Attake 178. Отобрать водительские права. Все. Теперь я исправился. Так, смотрим 179. Смотрите, маршрутчик. Маршрутчик у нас. Что он будет делать? Он просто наваливает, мне кажется, ему вообще по барабану. Он просто ищет себе клиентов. Хочет. Блять, посмотрите, в армии просто какие красотки стоят, а? Ну, в плане тачек. Блять, сейчас. Я даже покажу это заново, если получится. 79-й, 180. Вау, смотрите, зеленая! Розовая, просто разноцветные точилки. А Макс пацан. Кстати, пацан это non-RP ник. Ну вообще, да, можно попросить. Да и Рома Шоу. Че ты, слушайте, я даже не знаю. Рома Шоу. Ну Шоу, если... Я не знаю. Ну Шоу, в принципе, еще можно. Но пацан, это не фамилия. Давайте мы попросим чувака сменить ник. Х180, смените. Смените ник. Пацан, ну как-то, ну совсем не это, не, ну, ой, блядь, не РПшный ник, я считаю. Так, 185-й. Ничего интересного. Так, 186-й, посмотрим, что он будет делать. А, он тут все под мостом, они трутся, смотрите. Смотри, у них все тут, у них просто круглосуточные разборки какие-то, приемы. Ох, нифига себе, опасный какой. Ёпросты. Вообще жесткая тема. Опа. Это... Что, простите, произошло здесь такое? И знаете, мне что-то не нравится вот эта вот хуйня. Почему он, во-первых, на встречке делает? Не, конечно, будем... Давайте, подождите, прикинем, что у него... Блять. Чувак, ты серьезно сейчас? Блять. Ну, я не знаю. Смотрите, даже если представить, что у него какая-то хуйня с пингом произошла, он потерял прицеп, вообще хуёво все было. Ладно, хорошо, мы его не будем наказывать. Ну, как он развернулся, он мог это сделать попроще, но... В принципе, мне кажется, что чувак ненарочно хотел нарушать, поэтому... Будет немножко несправедливо, если мы его сейчас накажем, прям там... На 60 минут дадим ему тюрьму. Влад... Не вижу фамилию. Блять, да что ж такое-то? Я не понимаю, неужели сложно... Смените... Ник... О, господи. Да, друзья, слушайте, действительно много всяких интересных персонажей попадаются, которые реально еще нарушают в это время. ГТР! Так, это очень опасно. Красный свет стоит на встречке. А, нет, он просто в АФК ушел. Он на красный проехал. Ну, там зеленый загорел, он проехал на красный, как бы. Давайте смотреть, что будет дальше. Как бы это такой пинговый момент. Мы видели, что он в АФК уходил. Нет, ну он остановился на красный, поэтому... Проехал все-таки! Думал... Вот каждый думает так, что на него сейчас не смотрят. Он два красных. Пипец, чувак, торопится. 60 у нас, так, ПДД красный. 193. ETX 193. Вот так вот. Вот. Каждый думает, что вот сейчас я не попадусь. И бац! Бац! Нахуй, и все. Блять, 201, 203, 204. Никого нету, так, ладно. 188 посмотрим. Так, Антон Шабанов, интересно. Слушайте, ну вот, вот же стоят на красном свете. Ну, как-то он, конечно, дерзко повернул, но будем считать, что...
Ну, там, в принципе, зеленый уже загорелся, поэтому сейчас мы давайте посмотрим. Там, блядь, чувак по дороге бегает прямо. Не успел посмотреть его ID, это как бы тоже нон-РП. Он по встречке наваливает. Да фура то... Что происходит вообще? Что вообще происходит? Мне кажется, фура их, по-моему, не пускает. Нет, пускает. Блядь! О! Мне подсказали, как штраф еще выписывают. У нас еще штрафы есть. О, слушайте, ребят, да у нас тут весело. Так что еще те чуваки, смотрите, смягчили свое наказание, потому что... Так, ну подождите, я никому еще даже штраф-то не выписывал. Вот так вот, 50 тысяч. У нас немножко, видите, обновились правила за мое отсутствие. Теперь, ну, по крайней мере, видите, с утра вот так вот. Так что надо запоминать. Че, блядь, чувак просто бешеный, но в то же время, хоть он и бешено гонит, он, в принципе, относительно старается держаться в своей полосе. Он старается вроде как... Ну, сейчас посмотрим. Мне почему-то кажется, что он нарушит все равно. Как-то же... Блядь, что происходит опять с фурами сегодня? Я просто не понимаю. Теряет груз и все. Так, 188 ID. О, скутерист. Блядь, 164, по-моему, ID. Ну, слушайте, ну они гоняют, но они, в принципе, не особо так. Блядь, вот сейчас, возможно, будет жестко. Так, он вышел после этого. Я понял. Так, ладно. Спек 164 вроде был скутерист или 154. Конечно, не успел посмотреть. Он там что-то как-то интересно катался. Да, вот он, 154. Ну, слушайте. Ну, конечно, может быть и не странно. Может быть, он просто затормозил и у него въехал тот чувак. Так что... Ну что, друзья, наверное, будем... Хо-хо-хо-хо! Третий, 60. Дым ПДД. Опасное вождение. Плюс дым. Так, 157, все правильно. Этейк 157. Водительские права. Файн 157. 50. ПДД. Алло. 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 Что, простите? Что простите происходит? Почему я штрафы не мог мне выписать? Окей, друзья, ладно. Что-то пошло не так. Файн. Ну, 157. Все правильно пишу. 157. 50. ПДД. Ладно. Окей, мы забудем про это. Все, друзья, смотрите, как мы много сегодня наказали реально. При таком маленьком онлайне, мне кажется, что все равно очень много даже нарушителей. И так что, друзья, дальше продолжаем наводить порядок на сервере, чтобы все было интересно и честно. Все, друзья, спасибо всем за просмотр. Ставьте обязательно лайк, если вам понравилась серия. Подписывайтесь на канал, с вами был Булкин. До новых встреч, всем удачи и всем пока.